Можно спросить, как твоя личная жизнь? Я ни с кем не хочу быть вместе. Зачем же вы уехали? Поселиться в Париже. Я компенсирую свое разочарование в карьере сексуальной активностью. Круто. Можешь включить камеру, мы здесь вдвоем. Что самое странное и самое унизительное было в вашей жизни? Ты инфантильная и эгоцентричная, Эмили. Думаю, я устал. Чувствую себя дерьмово. Лейла? Блин, ты совсем больная? Ты тоже хочешь? Не-не-не. Нет? Ну ладно. Ничего не делай. Я сама. Она сводит меня с ума. Сводит меня с ума. Я только об этом и думаю. Что теперь будет? Хочется кричать от волнения.